вот в такой коробке приходит такой великолепный детский набор посуды с различными героями можно заказать. Мы себе выбрали набор посуды с Лунтиком, потому что у нас сейчас дети смотрят именно этот. Что я могу сказать? Аппетит вырос как минимум вдвое. Этот интерес к этому мультфильму, его персонажам, потому что они тоже принимают участие в завтрак, даже находясь просто нарисованными на чашке или тарелке. Однажды на луне родился необычный малыш. Разжигает аппетит. И теперь мы с удовольствием кушаем в тех количествах и ту пищу, о которой раньше даже думать не могли. Что ты пьешь, Дима? Какао. Вкусное? Да. А что у тебя там на чашечке? Кто там нарисован? А еще? Дядя Шнюк. И здесь тоже? На тарелке был дядя Шнюк. Дядя Шнюк. Вот такой комплект посуды. Уля, гусеницы, тетя Пиявка, дядя Шнюк, Серега, дядя Шнюк. Тарелка русская, да? Это мисочка и чашечка. И как мы видим, из коробки можно заказать с различным набором персонажей. Что там, Василин? Вупсель? Да, Вупсель. Вупсель? А вот пиявка. Пиявка, да? Тебе нравится она? Да. Из такой чашечки нравится пить? Да. Что пьет Василинка? Какао. Какао? Нравится тебе какао? Да.